Всем привет, дорогие друзья, это Сова, и мы сегодня с вами одним глазком посмотрим на Flash and Lights. Это такая игра про полицейских, Fire, EMS и прочую другую дичь. Погнали. Так, ну что ж, зададим себе какие-нибудь стандартные настройки, потому что почему бы и нет, в общем, непонятно, как в это играть, поэтому стандартные настройки — это то, что нам нужно, это же первый глазок, это когда вторым глазком смотришь, там уже можно что-то задавать, а первым глазком не очень. Так, виды какого-то маленького американского городка нам показывают, видимо, с мини-маркетами, автобусной остановкой, лимитом 25 миль в час и какими-то машинками. Так, ну что ж, за кого мы сегодня будем играть? У нас сегодня будет ролевая игра, за которой мы будем полицейским, пожарным или врачом. Те, кому за 30-ечек, напишите, какие игры вам больше нравятся. Где полицейские, пожарные или врачи? Ну, и ролевые, естественно. Ну, а мы пойдем... Блин, даже не знаю. Давай пойдем угробим кого-нибудь. Так, где же мы будем появляться, да? Не, ну если кого-то гробить, то вот здесь. Ух, ни хрена. Вылитый я, смотрите. Так, ладно. Мужчина, женщина. Ничего себе, нетолерантная какая-то игра. Старая, видимо. Не, ну лицо, в принципе, как у меня. Мне кажется, очень похож. Ну, ладно, такого оставим. Ладно, нет. Блин, ну это на меня больше всего похож. Ладно, головной убор. О, так, кто у нас тут еще? Очки. Так. Медицинская маска. На медицинской маске вообще вылитый. Но только загоревший очень. Типа я, который приехал с юга. Отлично. Значит, берем вот этого персонажа. Ух ты ж, матери боже. Ну, давайте вникнем. Добро пожаловать в отделение скорой медицинской помощи. В обязанности сотрудника скорой помощи входит оказание помощи людям, пострадавшим от происшествий. Сначала осмотрите травмы пациентов, окажите им первую помощь. При необходимости вам нужно будет доставить их в местную больницу или другое медицинское учреждение. Ваше текущее местоположение отображается на мини-карте. Вы начинаете игру около своего участка рядом с собственным транспортом. Вы отмечены треугольником. Ваш транспорт обозначен автомобилем. Полицейские участки обозначены цветами, ЕМС с аббревиатурами. Войдя в здание местного полицейского участка, вы попадете в вестибюль. На стойке дежурного увидите местность несколько значков. Взаимодействуя с этим значком, вы можете сменить свою текущую роль. Чтобы сменить транспорт, нажмите на значок «Автомобиль». Хорошо. А убийца вышел на тропу войны. Боль в груди это 37 тин. Принять. Так, пойдем боль в груди чинить. Я принял на грудь. Боль в груди. Кофеол отвечает. Так, ладно. Поехали. О, фонарик есть. Так, боль в груди. У кого там боль в груди? А как ехать? А, во. Так. У кого там боль в груди? Ну, видимо, вот там вот, где крестик нарисован на карте. Видимо, боль в груди там. Так, дорогу. Как мигалку включить? Spotlights. P. Это не то. Так, lights. L. О. Hazards. Ага. Hazards. Так, что-то еще есть. Проблесковые маячки. О. 1 и 2. Отлично. Так. Дорогу. Боль в груди. Боль в груди у человека. У человека боль в груди. Так, а где человек-то? А здесь карта есть? Так, так, так. Стоять. Притормози маленько. А то боль в груди мы починить не сможем. Так, мы здесь. А где боль в груди? Вон там, что ли? 30.008. Ну да, наверное, вон та вот зелененькая на что-то там вест. Так, давай сверимся с картой. 30.08.
Включить-выключить компьютер, левый shift. Поиск базы данных. Ядрить-мадрить. Трафик стоп. Left control. Хендбрейк. Хендбрейк работает. Не, ну в принципе да, вон там один и плюсик мигает. Ну то есть, наверное, нам туда. Я просто не был готов к тому, что нас с первой же миссии пошлют просто хрен знает куда. Ну ладно, послали так послали. Возможно, это не тот человек, которого имело смысл посылать. Решать проблемы боли в груди. Вообще там проеду. Ну да, это вообще короткий маршрут. Самый короткий маршрут это здесь. Вспоминается игра «Дальнобойщики». Помните такую? Была игра «Дальнобой». Кстати, надо поиграть. Там он в матрице отрисовывает мир, пока мы тут едем. Еще игра «Дальнобойщики». Там был такой золотой, куда надо было пробираться через пещеры. На грузовике с прицепом через пещеры. Это был вообще лютый, конечно, капец. Но зато, если туда быстро добраться, можно было заработать сразу много денег. Поэтому я вот всегда добирался. Сколько было убито нервных клетков, когда ты едешь на каком-то тягаче, и у тебя отваливается прицеп. Будет сейчас прикол, конечно, если я еду не туда. Тут еще есть режим песочницы. Наверное, очень залипательная игра, я так подозреваю. Особенно по сети, когда разные люди используют разные профессии. Такое нам надо. Нам надо вот туда. Так, не ссать. Всем помощь близка. Помощь практически рядом, ребят. Боль в груди сейчас будет устранена. Возможно, вам не понравятся те методы, которыми она будет устранена, но 100% будет. Если можно срезать? Нет, если мы здесь... Кто так дерево поставил? Сумасшедшие, что ли? Мотать. Дорогу, посреди которой растет дерево. Ну ладно. Раз мы тут можем проехать, мы проедем. Потому что срочная боль в груди. Нет времени ждать. Дорогу, там боль в груди. Так, где боль в груди? Зануда. Подумаешь. Боль в груди у человека. Минус один. Что значит минус один? Минус один человек, у которого боль в груди? Так, ладно. Это что такое? Как оттуда выйти? Как оттуда выйти? Все же как-то можно выйти? О, я как-то вышел. Я, кстати, не знаю, как я вышел, но как-то вышел. Так, а куда мне надо-то? У кого боль в груди? У вас? Дверь заперта. Попробуйте использовать таран или пожарный лом. Может быть, мы зайдем как раз с какого-нибудь другого входа? Я, конечно, могу попробовать использовать таран. О, у тебя боль в груди? Взаимодействуйте с помощью медицинской сумки и других предметов из багажника вашего автомобиля. Пацаны, тут у чувака боль в груди. У него, смотрите, куст рядом с калиткой растет. Из багажника моего автомобиля. Так, срочно, срочно боль в груди. Так, забираем. Меню багажника лечение спаси. Лечение. Медицинская сумка, дефибриллятор. Набор переломов. Можно с собой носить набор переломов. Если у него нет перелома, можно из набора ему какой-нибудь выдать. Понятно, очень удобно. Знаешь, что значит американская медицина? Если у тебя нет перелома, тебе его могут привезти с доставкой на дом. Это тебе не российская бесплатная медицина. Так, значит, выполнить СЛР. Проверить сахар. Так, боль в груди. Так, боль в груди, срочно надо проверить тебе сахар. 72 миллиграмма на декалитр. Или не знаю, что это значит. Если вы думаете, что я точно знаю. 72. Так. Давай осмотрим пациента. Значит,
Так. Дышит. Уже хорошо. О, сразу плюс 5 очков. Вот видите, сразу. Медик. Медицина, мое призвание. Дышит. Пульс найден. Смотрит. Так, ну ладно, давай смотрим дальше. Значит, что у нас тут еще? Правая рука. И на правой руке, представьте, есть пульс. И на шее есть пульс, и на правой руке. Хитрить, смотрите, и на левой руке пульс. Удивительная история. Вот бывает так в медицинской практике, что везде пульс есть, а вот на левой руке пульса нет. Так. На самом деле, скорее всего, реально так наверняка бывает. И на ноге пульс мотать. Я даже боюсь предположить, на чем мы будем вон там вот в центральном треугольничке, в центральном кружочке искать пульс. Так и здесь пульс есть. И здесь. Я решил не уточнять. Короче, пульс в пузе тоже найден. Так. Слушай, братишка, ну ты здоров. По-моему, ты здоров. Пульс везде найден. Что-то жалуешься, непонятно. Ладно, давай мы тебе лекарство перорально, аспирина, бахнем тебе. Так, давай-ка мы тебе лекарство аспирин перорально. На, жри. И запивай водичкой. Ну как? Тебе уже лучше? Нитроглицерин? Ну давай еще и нитроглицерином тебе. Нет, подожди, чувак, нитроглицерин. Ну ладно. Жри, жри, ладно. Не обращай на меня внимания. Так, пациент 1. Запросите транспортировку или возьмите носилки из машины скорой помощи, чтобы положить на них пациента и доставить в больницу. А я, простите, один? Я хочу увидеть, как это будет. Ребят, у вас тут все нормально? Ну не переживайте, я скоро уеду. Не волнуйтесь так. Просто у человека надо было перорально бахнуть в него немножечко лекарств. Так, я, значит, хочу спасти его при помощи пожарного лома. Ну ладно. Я хочу дорожные конусы, дорожные маячки. Я хочу вот взять носилки. Так, бери носилки. Я их взял. Но это, наверное, не те носилки, которые носилки. Это, наверное, носилки, которые каталки. Потому что если это носилки, которые носилки, то будет очень любопытная транспортировка. О, сумку забыл. Говори правду, симулянт. Не хочет признаваться. Воздействовать с помощью медицинской сумки или других предметов. Ну, я хочу воздействовать. Я, видимо, не взял ничего. Ладно, давай возьмем для начала сумку. Да бери ты эту сумку несчастную, братишка. Братишка. Так, все, я ухожу от тебя. У меня почему-то не взялись носилки, поэтому я сваливаю. Наверняка потом мне предъявят, что я сумку забыл. А, вот носилки. Ёперный театр. Так, я ее вернул. Носилки. Набор переломов. Блин, может тебе набор переломов выписать, чувак? Вообще, ладно. Не буду тебе выписывать набор переломов. А как ее взять-то вообще? Ну, медицинская сумка, понятно. Как тебя нести? Носилка. Left control. Нет, это, короче, interact. У нас левая, это, мышка. Как же эти носилки? Как-то можно толкать, наверное, да? А, вот с этой стороны, наверное. Вот, точно. Так. Вечер перестает быть томным. Ну что ж, толстый Винни-Пух спешит на помощь. Тебя еще никогда так оперативно не спасал Винни-Пух. Даже боюсь предположить, как мы с тобой со всеми этими вещами поедем назад. Так, значит, смотри. Иди сюда. Сюда подошел. Как же тебя сюда усадить-то, господи? Так. Надо как-то с ним взаимодействовать при помощи носилок. Вопрос только каким образом? Блин, если я нажимаю, то все пропадает. Хм.
Что-то, наверное, надо нажать. Но я не понимаю, что именно. А, вот, перенести на носилки. Все, нашел, что надо нажать. Очень удобно. Так, а сумку здесь оставим? А, ну у нас еще одна есть. У нас много сумок. Ладно, чувак. Я тебе искренне рекомендовал бы, конечно, дойти своими ногами. Но раз ты настаиваешь... Побежали. Ту-ду-ду, ту-ду-ду. Спайдер-пик, спайдер-пик. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту. Дорогу к королевскому пони. Видите, тут человеку плохо. Так. Как тебя туда загрузить теперь? О, сам загрузился. Слава тебе, господи. А что будет, если не закрыть дверь? Нет, мы должны это проверить. Так, садись. Двери сами закрылись. Скукота. Так, ну что ж, за мной. За мной, законопослушные граждане. Так, а все? Что мне надо сделать теперь? Мне надо отвезти его... Куда? В больницу? Где я нахожусь вообще? Так, то есть ближайшая... А, нет, ближайшая больница, он в том городе находится. ЕМС. Ну, надеюсь, что я не зря его везу. Вопрос, правда, как в эту больницу попасть, пока непонятно. Но сейчас мы что-нибудь придумаем. Вообще, я думаю, что здесь наверняка можно срезать. Чувак, тебе там нормально все? Мы просто очень сильно спешим. Нам не время сейчас разъезжать по магистралям, когда у человека боль в груди. В следующий раз, когда ты обратишься к нам за помощью, ты должен будешь всегда помнить и представлять себе мое лицо. Возможно, твоя боль в груди была не такая уж и сильной. Подумай об этом. Так, нам надо, значит, попасть туда. А мы сможем здесь попасть туда, интересно? А, вот здесь специально для нас оставили такую штуку. Блин, а такую не оставили. Ну, ничего страшного. Чем мы тут сориентируемся? Значит, нам вот попасть вон в тот город, вроде бы. Нам же вроде бы в тот город надо попасть. Точняк, вот в тот город. Потом едем по центральной магистрали и где-нибудь там сворачиваем. Так, все, у человека боль в груди. Все сдрыснули отсюда. Вздрыснули, я сказал, боль в груди у человека. Я точно туда поехал? Не точно. Не, ну ладно, здесь вроде как можно проехать. Так, срочно готовьте реанимацию. Я накачал его нитроглицерином и очень бережно довез практически в целости и сохранности. Так, где там у нас ЕМС? Вон она. Так, emergency. Emergency. Заходим в emergency. Опять какой гидрант классный. Так, emergency. А куда его надо девать? Вот я приехал в emergency. И чё? Так, пацаны, девчонки. Тут, значит, такая история. Сменить роль. Ладно. Тут, значит, такая история. Спасение, лечение... Нет, там лечение, да? Лечение носилки. Я не... А вон они. Так. Значит, я принес вам тело. Я не уверен, что он еще жив до сих пор. Что мне с ним делать теперь? Вот я его принес. И что? Ладно, срочно в операционную. Сестра, готовьте... Готовьте вторую операционную. Или третью. Или четвертую. Так, сюда нельзя. Здесь пуленепробиваемые штуки. Так, куда его тащить-то? Ребят, вы что мне скажете, куда его тащить? А, вот сюда. Отлично. Слушайте, за осмотр пульса я посмотрел... Куда делся? А, все, да? Миссия выполнена! Есть! Мы спасли нашего первого пациента. Заработали 55 зеленых фигней. Я не знаю, зачем они нужны. И вообще мы просто успешные. Очень залипательная игра. Я думаю, что здесь на самом деле много другой ржаки можно будет получить в процессе. Но кого-то теперь тошнит. Ну ладно, давайте пойдем посмотрим. Если недалеко, можно еще, чтобы кого-нибудь стошнило, посмотреть. А где он? А, надо сначала принять, да? Принять. Офицер Сова готов к тошноте. Где тошнотик?
Блин, слушайте, проклятый этот субруквест, место проклятое. Там то боль в груди, то кого-то кто-то блюет. Очень странное место. Я бы не стал там жить. Так, а здесь вообще проехать нельзя. Эх. Обидно. Ладно, не время. Сейчас он там заблюет всю квартиру, а ее потом кому-нибудь, может быть, сдавать. Бумс. Так, нам нужно как-то сделать так. Всю дорогу. Дорогу к королевскому пони. Дорогу, я сказал. Я могу ехать на красный. Я же этот. Emergency. Да что ты делаешь? Что ты творишь? Там у человека тошнота. Мешаешь мне. Сейчас заблюет там все. Потом, глядишь, еще что-то плохое случится. Тут надо действовать очень быстро. Мы не можем позволить себе. А это что такое? Какая-то очень странного вида вода. А ну, конечно, блин, если вы такую воду пьете... Естественно, у вас там боль в груди и тошнота. Не вы видели? Такое ощущение, что это какая-то помойка. Довели страну. При Клинтоне такого не было. Так, а как нам туда теперь попасть? Вот в чем хороший вопрос. В этот самый... Тут, в принципе-то, два локтя по карте, но мы не можем здесь свернуть. Вот в чем проблема. А то наверняка сможем вот здесь. Не уверен, что так можно ездить по американским правилам дорожного движения. Но кого это волнует, когда у человека боль в груди. А сейчас еще и тошнота вдобавок ко всему. Мотать знак прочный. Этот такой же прочный? Да, этот такой же. А нет, этот не такой прочный. Слушайте, ну за одного пациента мы можем 55 знаков сломать. Вообще фигня. Можем ломать свое удовольствие. Потому что я просто помогаю людям. Так, где-то там. А здесь? Так, извиняюсь. Хрю, ты таранить меня будешь? Тогда вот вашему городу проклятие. Чума на оба ваши дома. Выходи давай. Где моя сумка волшебная, с которой мы сейчас... Сумку бери. Лечение. Медицинская сумка. Давай дефибриллятором для прикола стук. Ну ладно, не будем. Так, что с тобой? Женщина, не пей из той лужи. Из лужи пьешь, признавайся. Мотать, через нее свет проходит. Вампир. Так, ну что ж, давай посмотрим пациента. Пульс есть? Дышит, пульс есть. А пульс есть. Пульс есть. Пульс есть. В одной ноге пульс есть, в другой ноге пульс есть. И междудок, если можно так выразиться, пульс тоже найден. Отлично. Противорвотное тебе надо дать. Не, ну в принципе логично. Если ты блюешь, тебе надо дать противорвотное. Так, значит, кушай, пожалуйста, противорвотное. Каждый день перед тем, как будешь пить это говно из лужи. Ну, что ты в глаз себе льешь, господи. Да, совсем плохо дело. Все? Класс. Запросите транспортировку или возьмите носилки из машин. А я хочу запросить транспортировку. А как это сделать? Так, как мне запросить транспортировку? О, вызвать транспорт. Скорая помощь в пути. Отлично. Отлично. Да бери ты эту сумку несчастную. О, ни хрена. Смотри, быстро приехал. Эй, ты куда ее дел? Он мою тетку украл. Миссия выполнена. Ой, все равно дали 55. Короче, от того, что я самостоятельно его везу, в общем, ничего не меняется. Не, ну, в принципе, конечно, если ты сраный кудесник и можешь телепортироваться, ясен пень, ты приехал на вызов быстрее меня. А мне теперь отсюда... по этим буеракам американским уезжать. Кругом читерство и неравенство. Это потому, что я черный, наверняка. Так, ладно. Хватит на сегодня добрых дел. Короче, довольно ржачная игра. Я не знаю, мне кажется, здесь можно получить массу лузов. Особенно, если играть в команде и друг другу каким-то образом подтирать. Я не знаю, возможно это или нет. Короче, пишите, что думаете по поводу данного проекта в комментах. Меня уже достала эта воющая сирена, поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и оставайтесь на связи.
Узко известный в широких кругах. Строил заводы в игре Виталях. Строил заводы. Чужие смотрел. В общем, контент делал так, как умел. Зритель внимательный, ловит момент и оставляет правдивый коммент. С ним соглашаясь, конечно, и я. Автор не видит порой небуя.